Привет, друзья! Сегодня я расскажу удивительную историю, в которую сложно поверить, но тем не менее очевидцы говорят, что это было на самом деле. Смотрите до конца, будет интересно. Об этом случае очень мало информации, но как мне удалось выяснить, он произошел примерно в 2015 году в Кении. По крайней мере, в этом году очевидцы рассказали эту историю одному из местных телеканалов. Все началось с того, что 9-месячный ребенок серьезно заболел. Он находился в крайне тяжелом состоянии, и прогнозы врачей были неутешительны. У девочки было воспаление легких, и никакие лекарства не улучшали ее состояние. Вся семья была в отчаянии и готовилась к худшему. Но все же они продолжали верить в лучшее. Но через несколько дней врачи произнесли ту самую фразу, которую все так боялись услышать. Малышка не проявляла признаков жизни. У нее произошла остановка дыхания, которая привела к смерти. Родители начали плакать и не могли поверить услышанному. Но, к сожалению, реальность очень жестока, и такие вещи случаются. День похорон был очень печальным, ведь родственникам нужно было навсегда попрощаться с маленьким ангелом, который так мало времени пробыл на земле. Но за это короткое время к девочке уже прикипели не только родители, но и близкие родственники. Все были безутешны. В завершающий момент похорон мать попросила открыть маленький гробик, чтобы последний раз увидеть лицо своей дочери. Когда ящик открыли, то, к удивлению всех собравшихся, малышка оказалась жива. И это не все. Она не только была жива, но и улыбалась. Мать была так поражена, что упала в обморок от потрясения. Ребенка отвезли в больницу, где врачи так и не смогли объяснить, как могло произойти подобное. Люди назвали это Божьим чудом. Все присутствующие на похоронах стали танцевать и праздновать чудесное воскрешение девочки. Грусть немедленно сменилась абсолютным счастьем. Это событие вызвало такой интерес, что о нем даже сообщили в местной прессе. Известно мало случаев, когда человек, объявленный мертвым, неожиданно возвращается к жизни. Родители девочки сказали, что всегда были верующими, и даже когда врачи заявили, что почти нет надежды на выздоровление, они продолжали молиться Богу и верить в Его помощь. Эта история – живой пример того, что даже самое невероятное может произойти в жизни. Эта невероятная история вдохновляет и поражает. И какие бы ни были мнения врачей об этом случае, это настоящее чудо. На этом все, друзья. Что вы думаете обо всем этом? Пишите в комментариях ваше мнение. А также делитесь этой историей с друзьями и близкими. До скорого!